мой номер о любви, о страстной любви, также о любви к жизни. Хочется сказать, что о любви можно не говорить, а станцевать. Таким образом, я станцую о любви. Меня зовут Ольга Ябролидзе, мне 20 лет, и я являюсь самой молодой участницей чемпионата. Я представляю Одесса Pole Dance Studio. То есть город Одесса, отлично! Как долго вы уже занимаетесь Pole Dance? Примерно около года. Как раз 8 сентября будет ровно год, как я занимаюсь. Что сподвигло заниматься именно этим видом спорта? Меня пригласили на работу, преподавать растяжку и тренировать детей. И через некоторое время начала сама тренироваться и уже преподавать pole dance. То есть из какого вида спорта вы пришли в pole dance? Из художественной гимнастики. Знаете, недавно пересматривала детский дневник. Открываю 15-летней, наверное, давности. Написано «Мечтаю стать чемпионкой мира». Там, конечно, не было указано, в каком виде спорта, в художественной гимнастике или pole dance. Как говорится, наши мечты и желания реализуются. Может быть, это шанс? Какие ожидания все-таки есть от финала? Потому что нас ждет финал нашего чемпионата. То есть, знаете, хочется, чтобы каждый зритель получил наслаждение духовное и эстетическое от твоего выступления, от номера. То есть просто отдать всю свою душу, все свое нутро, все, что в тебе накопилось, просто это все отдать, показать, чтобы увидели твой танец и непосредственно трюки. Я уверена, что с вашей харизмой вам все удастся. Я желаю вам удачи.
Ольга Абралидзе, город Одесса. В общем-то, передать смысл танец мне удалось. Эмоции были. Выкладывалась на все 100%. Вот. Ну, по моей, возможно, ошибке недоработала что-то. Хотя не получилось то, что на тренировках получалось идеально. Поэтому я еще вернусь и буду доказывать, буду побеждать и перебарывать свои страхи. В сотый раз доказывать зрителям, что я могу сделать так, чтобы были мурашки по коже.